К другим темам. Интерес отечественных фермеров к кредитованию от аграрной кредитной корпорации растет. Она продолжает оказывать активную финансовую поддержку казахстанским предпринимателям на селе. Так, в Алматинской области функционирует новый рыбный завод, оборудование для которого приобрели на заемные средства суммой более 480 миллионов тенге. Сегодня рыбзавод занимается поставками рыбы на рынки Казахстана и экспортом продукции в страны ближнего зарубежья. Производство животноводческой продукции, мяса, молока является одним из популярных направлений среди казахстанских хозяйств по стране. Одна из компаний по переработке мяса также, благодаря кредитованию, приобрела оборудование стоимостью почти 2,5 миллиарда тенге. Особое внимание уделяют откормочным площадкам. На сегодня принято 16 заявок на закуп более 70 тысяч голов бычков на сумму, превышающую 13 миллиардов. Сейчас, значит, общий пул проектов сейчас у нас уже переваривает где-то за 100 единиц таких. Я не говорю про мелкие проекты, да, про СБГУ, которые мелкие фермеры. Я говорю такие: переработка, производство, там, теплицы, сады и так далее и тому подобное. Вот только в текущем году вот у нас на финансирование инвестиционных проектов у нас такого рода где-то порядка, значит, 80 миллиардов тенге у нас предусмотрено в целом по республике. И уже сейчас мы видим, еще не середина года, уже сейчас у нас порядка, значит, 100-120 миллиардов проектов уже набирается. Финансирование предпринимателей на селе осуществляют через микрофинансовые организации и кредитные товарищества. Это позволяет увеличить количество каналов продаж и создать возможность получения кредитов даже в отдаленных селах.